Отпраздновать вместе День дарения книг предлагают на этой неделе в городской библиотеке Видного. Акция международная проводится исключительно добровольцами. Ее цель проста – подарить ребенку хорошую книгу. Поддержать дело можно любым способом – и внутри семьи, и в коллективе. Библиотека решила принять участие в акции впервые. Помимо основной идеи подарить книгу, есть и сопроводительные мероприятия для читателей. Каждый день с 2 до 6 у нас время интересных вопросов. За вопрос мы получаем небольшой такой приз-сувенир. Книги в подарок размещены в холле библиотеки на специальном стенде. Пользуются спросом. Читатели с удовольствием разбирают литературу. Сами книжки новые, а издания хорошие. Международный день дарения проходит 14 февраля, но в Видном такому событию отвели целую неделю. И это вовсе не означает, что коллектив решил избавиться от части своих фондов. Нет, они не лишние, но нам хочется подарить, потому что они интересны. И у нас существует вот буккроссинг, где читатели обмениваются, посетители книгами. И нам хочется, ну, как бы тоже поучаствовать и подарить и Давыдова, и Толстого, и сборники наших детей, которые пишут стихи.